Ноябрь – последний осенний месяц. В этот период теплые дни сменяются по-зимнему холодными. В этом месяце в Оренбурге произошло множество знаменательных событий. Молодежка выбрала наиболее яркие и интересные даты из истории Оренбургского края. 1 ноября 1841 года родился просветитель, педагог и поэт Ибрай Алтынсарин. В 1850 году он был определен в школу-интернат для киргизских детей. Ибрай Алтынсарин первым ввел в казахскую письменность азбуку на основе русского языка, а также издал первые учебные пособия на казахском языке. 6 ноября 1956 года в городе Новотроицке появились первые трамваи. Трамвайные линии были проложены от здания строительного техникума до завода управления металлургического комбината. 6 ноября 1961 года в селе Мустафино Шарлыкского района установлен бюст известного татарского поэта, патриота, героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля. 7 ноября 1891 года родился писатель-прозаик, революционер, военный и политический деятель Дмитрий Андреевич Фурманов. Наибольшую известность из литературного наследия Фурманова получил роман «Чапаев». 9 ноября 1921 года родился известный оренбургский кинооператор, заслуженный работник культуры РСФСР Константин Львович Урбанович. 11 ноября 1936 года в кондитерском отделе магазина «Хлеб» на улице Советской областного центра появились новые изделия для детей – небольшие торты с именами, детские пирожные, мятные пряники в форме горошка, карамельные корзиночки и многое другое. 14 ноября 1941 года родился один из ведущих российских специалистов в области офтальмологии и первый директор филиала микрохирургии глаза Владимир Николаевич Конюков. Также 14 ноября, но уже 2001 года, был открыт филиал Музея истории Оренбурга, мемориальный музей-квартира Леопольда и Мстислава Ростроповичей. Музей располагался в доме, где с 1941 по 1943 годы проживал в эвакуации Мстислав Ростропович со своими родителями. 19 ноября 1986 года в Южноуральском книжном издательстве вышел сборник очерков Виктора Логинова «Страница незримых поединков», рассказывающий о некоторых эпизодах истории органов госбезопасности Оренбургской области. 22 ноября 1801 года родился российский писатель-этнограф Владимир Иванович Даль. С 1833 по 1841 годы он служил чиновником особых поручений при Оренбургском военном губернаторе Василии Алексеевиче Перовском. За организацию в Оренбурге зоологического музея в 1838 году избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук. 27 ноября 1866 года в Оренбурге было учреждено Оренбургское отделение Государственного банка, которое стало самым авторитетным финансовым учреждением в губернии. 28 ноября 1996 года Оренбургский муниципальный камерный хор принял участие в концертном исполнении оперы Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда в Большом зале Московской государственной консерватории. Дирижером был Мстислав Ростропович. 30 ноября 1991 года была создана Оренбургская областная организация Российского союза молодежи, которая стала правопреемником Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи. Вот такие знаменательные события произошли в ноябре.